Во имя Отца и Сына и Святого Духа. В 1754 году, в год рождения преподобного Серафима Саровского, представился к Богу святитель Христов Иосаф, архиепископ Белгородский. Потом Серафиму и Иосафу пришлось быть вместе в годы советской власти, когда в Казанском соборе города Санкт-Петербурга, переименованного в Ленинград, находился Центральный музей религии и атеизма, и там в подвалах или на чердаках хранилось множество различных святынь и древностей, и туда в мешках с бирками были свалены, сброшены мощи преподобного Серафима, родившегося в том году, и преподобного Иосафа, они рядышком лежали, умершего в том году. Святой Иосаф по смерти и при жизни был необычный человек. В возрасте совершенно маленьком, младенческом, 3-4, там, может быть, немногим более лет, его отцу, полковнику войска Запорожского, то есть они малороссы были, набожные, благочестивые, читающие Писание, строящие храмы, усердные к посту и молитве, его отцу, Андрею Дмитриевичу, было явление Божьей Матери, которая покрыла мантией епископской младенца, его звали Иоаким в детстве, в рождении, и сказала, что довольно мне, довлеет мне, то есть меня, так сказать, радует и мне насыщает меня, вполне до конца утешает меня, так сказать, молитва его, этого ребенка. То есть он имел молитву с детства, причем молитву такую, что Пресвятая Преблагословенная Владычица Богородица, Матерь Господа Иисуса Христа, принимала эту молитву от этого ребенка, и эта молитва ее утешала и радовала, так что она даже и отцу его явилась, когда он еще был маленький, и покрыла его мантией епископа, указуя будущую жизнь этого человека. Это было детство его. В смерти его он пролежал непогребенный около 2 месяцев. Случилось так, что из-за погодных условий нельзя было добраться. Канцелярские дела тогдашние были затянуты, и, как в принципе всегда, канцелярские дела не очень быстрые. Архиерея нужно хоронить только архиерею, да еще причем и множество архиереев и при возможности. И пока консистория решала, кого направить на похорон, пока эти письма ходили туда и сюда, пока там думали, значит, о том и о сём, значит, он лежал непогребенный около 2 месяцев. Его погребли в феврале, вот он помер в декабре, значит, там весь декабрь, он до конца декабря, январь весь пролежал. Только в феврале его похоронили. Он являлся многократно различным архиереям и монахам со скорбью и с неким негодованием. Говорит, ну что ж меня не хоронят-то так долго? Что за безобразие? При этом его вид не изменился, он лежал, как будто уснул. И он все это время он сохранял свой привычный вид. А если вы были на похоронах, вы знаете, как быстро меняется вид человеческий. К 3-му дню расходятся уже эти стихии, растекается человек, он уже хочет в землю вернуться. Так что, значит, здесь это вообще слишком известно, чтобы об этом длинно говорить. Преподобный Иосаф, святитель, сегодня лежит нетленный. В Белгороде его место покоя меняется. Он то в соборе лежит, то по храмам его переносят. Это, конечно, главная святыня белгородская. Причем по учению церкви человек не может быть нетленный весь. Нужно, чтобы что-то в нем тлению поддалось. То есть там пальчик на ноге, там, не знаю, там что-то еще должно, чтобы что-то тление съело. Целиком нетление считается признаком как раз нехорошим. Нужно, чтобы тление взяло человека, но не до конца. У него пятка на одной из ног, значит, не помню, там правая, левая нога, значит, на пятка, значит, она стлела, то есть смерть забрала. А так он лежит весь целый. Значит, по смерти он сразу стал чудотворец. Потом случилось ему еще понести позор от этих сумасшедших, которые изнасиловали нашу землю. Я имею в виду безбожников. Ну, раньше были большевики-безбожники, сейчас просто безбожники. Это насильники природы. Это враги Божьего создания. От них можно ждать чего хочешь. Так вот, эти безбожники, они святые мощи Иосафа, который был канонизирован, это была одна из последних канонизаций, был канонизирован в 1911 году, за 3 года до Первой мировой войны и уже 6 лет спустя после Первой революции 5-го года.
Уже Россию колотило, уже Россия шаталась, как большой корабль. И государь-император Николай, благословенное имя его, значит, в памяти верующих, мученик, значит, он хотел сдержать это колебание русской земли церковными средствами. Он в царствовании Николая II Александровича было канонизировано более святых, чем канонизировали за весь период синодальной истории, чем за 200 лет после Петра. Канонизировали Феодосия Черниговского, Углицкого, канонизировали Гермогена, патриарха-мученика, значит, канонизировали его, Серафима Саровского, безусловно, это была самая громкая канонизация, с сотнями исцелений, с сотнями тысяч паломников. Это был такой сдвиг такой народный, когда вся земля, так сказать, потряслась, как при входе Господа в Иерусалим. Николай, государь, хотел, чтобы через церковь, через молитву произошло единение царя и народа, привилегированных классов, дворянства с простыми людьми. Он так хотел скрепить, сдержать русскую землю, но оказалось, что этого мало. Оказалось, что нужно было одних повесить, других посадить, третьих разметать по свету, как пыль на ветру, и какие-то реформы провести там, и так, и так. Короче, нужно было делать все для того, чтобы сволочи к власти не пришли. Но не помогает одна молитва, как показывает история. Молитва делает очень много, но в делах государственных одна молитва не помогает. Нужно еще мудрое государственное управление. Так вот, Иосафова канонизация произошла в 1911 году, уже 6 лет спустя после Первой революции 5-го года и за несколько лет до Первой мировой войны, которая сдвинула мир с оснований, после которой все страшно поменялось навсегда. На Иосафову канонизацию опять приехала вся Россия. Там были все, кто мог. И там было множество исцелений и совершенно разных чудес. А потом, в скорости, после революции, что там прошло? 11-й, 17-й, 6 лет. Потом, значит, началась эта вся эта вакханалия, красный террор, там это безумие. И Иосафа, поскольку он нетленный, положили в музей под стекло, раздетого наголо. И написали на нем, как на экспонате, что это якобы мумия, которую хитрые попы, значит, научились мумифицировать и представлять верующим как нетленные мощи святых людей. Была целая кампания по разоблачению мощей, такая, значит, специально направленная на подрыв веры в простом народе. И вот Иосаф попал под это издевательство. В детстве чудный, по смерти дивный, после смерти был опозорен и, значит, поруган безбожниками, потому что его обнаженного наголо положили в стеклянную колбу, в гроб какой-то там стеклянный, в ящик, и он лежал там, бедный архиерей, который при жизни вообще девушку за руку не держал, девство свое сохранил от юности неврежденно, и был сосуд Духа Святого. Вот. А рядом с ним, с Иосафом, положили какого-то забальзамированного уже руками человеческими какого-то большевика. Дескать, говорит, вот попы бальзамировали, вот мы забальзамировали, вот одно и то же, вот тебе мощи, вот тебе мощи. Хочешь кланяться, кланяйся тому и кланяйся этому. Ну, как-то с таким смыслом. Тот большевик забальзамированный начал так вонять, что его надо было выносить быстрее и захоранивать, потому что засмердел весь музей. А туда, где Иосаф лежал, люди бедные со слезами приходили, якобы в музей, билет покупали, приходили в музей и там плакали возле него. Говоришь, вот даже тебя не оставили в покое. То есть всех опозорили, всем, значит, всех за горло взяли, и тебя, бедный человек, святого человека, значит, и тебя подвергли позору. Ну, благодаря тому, что тот жулик завонялся, значит, его быстренько, значит, там погребли, то Иосафа тоже забрали, потому что он уже потерял свою функцию, так сказать, мумии якобы. И его тогда, значит, в мешок и в музей, в Петербург, в запасники, где он пролежал до 90-х годов, откуда уже потом нашли его и Серафима, и началось это вот все движение народа к какому-то постепенному, медленному, конечно, выздоровлению, потому что нельзя быстро выздоравливать. Такие огромные народы быстро выздоравливать не могут. Мы до сих пор еще больные люди. Вот мы сегодня празднуем память этого человека. Что мне сказать про него? Значит, скажу вам еще, добавлю к сказанному, а то, что у нас такой как бы норматив святительства в сознании восточных христиан, православных христиан, это Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Они как-то так выявили самые главные
грани епископского служения в церкви. Василий Великий – это организатор. Это человек, который мог везде, возле себя и за собой, оставлять твердую организацию. Он знал, кого поставить куда. Этого игуменом, этого епископом, этого викарным епископом. Здесь молитвенное братство, здесь сестринство, здесь группа девственниц, значит, здесь будем богословские книжки писать, здесь то. Он постоянно воевал за церковь. Умирал за церковь буквально днем и ночью и везде наводил порядок. Василий, если придет куда-нибудь, он везде порядок наводит, потому что этих отсекать, этих приводить к покаянию, там, этих сюда, этих туда, он как-то умел. У него был очень сильный ум, и он умел, как капитан корабля, вести корабль церкви между всеми значит, какими-то рифами там, и мелями проводил ее. Это такой уникальный человек в своем роде. Григорий, друг Василия, это человек, который всю жизнь убегал от людей. Бежал туда, где моя Троица, как он говорил. Это был созерцатель и поэт. У него был высочайший поэтический дар и высочайшая способность к созерцанию. Он любил быть один, любил думать о Боге, размышлять над Святым Писанием, молчать, не есть, не спать, но возноситься умом, как орел, под небеса, туда, где моя Троица, он так всегда говорил. Там, где моя Троица, это певец Святой Троицы. Ему было очень трудно выходить сверху вниз, спускаться вниз и разбираться с людскими страстями, грехами, тяжбами, заниматься обычным епископством, управлять церковью. Это было для него очень тяжело. Он постоянно хотел взмыть вверх подальше, как бы, чтобы его не трогали, чтобы он насладился божественными догматами. Это отдельный дар. Таких людей чрезвычайно мало. А Иоанн Златоуст – это был человек, которого без памяти любил народ, который днем и ночью проповедовал Евангелие, а если утаивался от людей, то только для того, чтобы раскрыть книжку. Это был человек поста, книги и проповеди. Это был народный вождь, это был Моисей по духу. Он постоянно звал людей к милостыне, к молитвам, он учил людей днем и ночью. Народ платил ему беззаветной любовью. Если бы нужно было глаз вырвать ему подарить, люди бы сделали это. Они его обожали. То есть вот они такие вот. Василий – твердый администратор и великий аскет, чудотворец. Григорий – созерцатель и отшельник, по странности ставший епископом. Иоанн Богослов, Иоанн Златоуст – это народный вождь, это копия Моисея, проповедник Евангелия и тоже аскет неутомимый. Но он весь к людям обращен. Василий – к церковной иерархии, Григорий – к небу, Иоанн – к людям. А вот Иосаф не похож ни на того, ни на другого, ни на третьего. У нас есть еще Николай Чудотворец, от которого к нам не пришла ни одна проповедь, ни одно поучение. Мы не знаем вообще, что говорил Николай Чудотворец в своей пастве. Вообще, говорил ли он что-либо, мы вообще представления не имеем. Это был человек, совершенно скрытый от людских глаз, Николай Чудотворец. То есть он так сумел прожить, что мы ничего про него не знаем. Вот таким был, в принципе, Иосаф Белгородский. Это был затаённый человек. Он полюбил с детства пещеру, поскольку он в Киеве жил, а любая киевская душа, значит, православная, она знает, что такое Лавра Святая, что такое пещеры киевских подвижников. И туда влечется сердце человеческое, под землю, в тишину. Там, где лампадка горит, там, где можно часами сидеть, не выходя, как бы он туда хотел сойти. Значит, он научился с детства молиться в одиночестве, молчать сутками, не есть ничего. Соблюдать себя от всех соблазнов, Евангелием напитаться. Он так и прожил всю жизнь. Потом, когда он же стал епископом, он же очень недолго был епископом. Я сейчас не назову точный срок, но там даже 10 лет он не был епископом в Белгородской этой епархии, в Белограде. Он когда туда въезжал на карете, как архиерей, к нему прискакал, значит, такой боком-боком прискакал какой-то местный юродивый, блаженный. У нас же в каждом городе был свой блаженный, да еще и не один. Подскакал к нему, к епископу, и доложил ему ситуацию. Церкви бедные, паны вредные, губернатор Козюка. И ускакал дальше. Значит, такой, говорит, доложил ему, что тут его ожидает. Ну что ожидает? Тьма тьмущая. Безбожные люди, нечестивые священники, у которых он там наказывал их, там прям целыми пачками отправлял в запрет, выгонял с места. Там пришел к какому-то иерею,
у него на полке дома между горшками, между какими-то ложками и вилками лежит, значит, что-то в бумажку завернутое. Он разворачивает, там запасные святые дары в бумажке на полке. Он также тут на колени стал и всю ночь перед ними промолился. Потом этого попа выгнал с прихода вон, из священного сана выгнал его. И так он ходил по епархии и выгонял всяких, значит, этих, всех этих клоунов, этих всех нечестивых. Люди вредные, действительно, люди не темные. Как Дмитрий Ростовский писал, говорит, не знаю, кого винить, землю или пахаря. То ли пахарь не пахал, то ли сеял неглубоко, то ли земля злая, каменная, значит. Но безбожие кругом, понимаешь, безбожие, суеверие, разврат и все на свете. Кого винить? Священника, который не учит, или людей, которые слушать не хотят? Даже, говорит, не знаю, кого винить. И то же самое было у Иосафа. Дворяне-безбожники, вольтерианцы, вольнодумцы, постов не хранят, в Бога веровать отказываются, церковь разбирают, перестраивают себе хлевы для скота. У него такой был случай, когда старую церковь барин приказал разобрать на кирпичи и из нее построить загон для скотины. Но это же нужно, это 18 век. Откуда революции взяться? Ну вот оттуда. Постов не хранят, Богу не молятся, годами не причащаются, попы невежественные, книг не читают, Евангелие не проповедуют, народ дурной, темный, пьяный, блудный, как бы, вот и живи как хочешь, Святая Русь. Вот он там и пожил, там сколько там, 7-8 лет поепископствовал, с теми поругался, тех погонял, там, этим, значит, дал взбучку, с этого шкуру снял, значит, там, того в запрет отправил, значит, этих научил, этих помиловал, этих пожалел. По ночам ходил по бедным домам, раздавал милостыню, как Николай Чудотворец. Одевался в рясу простого монаха и ходил, узнавал, кому больше всех надо, раздавал деньги. Иногда покупал дрова бедным женщинам, вдовицам, сам их рубил, складывал им, такой хотел руками потрудиться. Возвращаясь домой, однажды был сильно бит своим сторожем, который не узнал его, что он архиерей, думал, что вор через забор лезет, избил его так, что он ходить не мог. Он, говорит, тихо будь, скрылся, значит, так вот с этими побоями, полежал в кровати какой-то, был болезненный очень. Временами болел так, что не мог подняться, и говорил, что болезни закалили дух его, и он всю жизнь к смерти готовился. Если хотите, вот вам его молитва. У него такие часы стояли, они и сейчас там стоят, в архиерейском доме, кажется, горят отремонтированные, с боем, такие часы с боем. Они каждый час бьют красиво. И там он, когда слышал бой часов, он говорил: «Благословен тот день и час, в который Господь мой Иисус Христос меня ради грешного родился от Девы Марии, распятие претерпел и смертью пострадал. О Господи Иисусе Христе, в час смерти моей прими душу раба Твоего в странстве Иисущего, молитвами Пречистой Богородицы и всех святых. Аминь». Запомните хорошо, не запомните, потом почитайте и запомните. На каждый час. Попробуйте, между прочим, молиться каждый час какой-то молитвой, хотя бы «Отче наш». Тогда ты себя держишь как бы в тонусе и помнишь Господа. Потому что человеку, живущему в миру, нельзя молиться долго, у него не получается. Это бывает ему даже и не полезно. Человеку, живущему в миру, нужно молиться коротко, но часто. Так говорил Дмитрий Ростовский. Молиться нужно коротенько. Отче наш, Богородица, какой-нибудь тропарь кресту со святыми упокой, достойно есть и хватит. Но каждые полчаса или каждый час. Вот так надо молиться постоянно, подогревать свое сердце, как пищу на огне, чтобы не застывало, чтобы в нее мухи не садились. Святой Иосаф, повторяю, скрыл свою жизнь в Боге, и то, что мы знаем о нем, знаем мы только какие-то ошметки, такие как солнце из-за тучи, лучик тебе даст, и хватит с тебя, и ты знаешь, там солнце есть за тучами. А так он жил все время утаенно, как святой Николай, который нам не дал от себя ничего про жизнь свою, но зато по смерти дал нам сотни тысяч чудес, и весь мир его знает. Такой же святой Иосаф. Любитель нищих, постник, ночной молитвенник, благотворитель, имел силу большую. Ехал раз через лес, на него выскочили лихие люди, лесные люди, разбойники, которые убивали без жалости людей, закапывали, грабили, там, значит, и там по лесам как звери жили. Выскочили на него с дубьем всяким, там, с всякими там ножами. Он на одного из них посмотрел, и он замер. Остальные, что посмотрели, что, говорит, вон отсюда, они в лес все поубегали. Тот остался стоять. И он его забрал к себе и сделал его своим послушником, и душу его спас от разбойничества. Всего-то навсего глянул на него, сказал: «Стой, где стоишь». Тот встал и не смог сойти с места, пока его Иосаф не освободил. Силу имел настоящую от Христа, духовную. Так-то телесно был немощный.
худосочный, слабый человечек. Видите, бородка жиденькая, такая, как у Павла, не росла. Такое, значит, ну, потому что болел, надо было болеть человеку. Чтобы, значит, еще лучше к Царству Небесному приготовиться. Если будете в Белгороде, милости просим, обязательно нужно идти к Иосафу, потому что самое главное, что есть в городе Белгороде, одном из красивейших городов российского юга. Желаю вам, дорогие братья и сестры, согласно молитвам, принесенным Богу сегодня и в память святого Ему самому, чтобы Он остановил смерть там, где она приблизилась, прогнал болезни там, где они умножились, просветил разум там, где он помрачился, помирил враждующих там, где они поссорились, научил нас молиться, полюбить Церковь Божию и готовиться к смерти, готовиться к встрече с Иисусом Христом и прожить жизнь свою по-божьему, правильно. Чтобы мы тоже смогли в последний свой день сказать вот это вот, значит, слова, что «в день смерти моей прими душу раба твоего в странстве Иисущего, молитвами Богородицы и всех святых». В общем, мы сегодня с вами совершили маленькое полезное дело. Отпраздновали память в честь великого сына нашей земли, молитвенника пред Господом, сияющего, как звезда на тверди небесной, святителя Христова Иосафа. Его же молитву милосердный Христос да сохранит свою церковь от всякого зла и державу нашу от всякой опасности, а души наши от всякого греха. Аминь и Богу слава.